Северском районе стартовала международная акция «Сад памяти», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Черноморское городское поселение одно из первых присоединилось к ее проведению. Свой сад памяти появился в парке поселка Октябрьского. В мероприятии приняли участие работники поселенческой администрации, депутаты, совет ветеранов поселка Черноморского и Октябрьского, служащие 71-й пожарно-спасательной части, председатели органов ТОС, представители учреждений и предприятий и неравнодушные жители поселения. На памятной аллее высадили более 75 саженцев дуба, липы и березы. Спасибо нашим жителям, потому что они всегда активно отзываются на все позывы администрации, там, каких-то акций. И приходят и любят свой парк. И мы очень рады, что эта идея продолжается, потому что 2 года назад мы сажали здесь каштаны. Передаем это, нашу эстафету нашу, молодому поколению и думаем, что они будут продолжать наше дело. Акция «Сад памяти» станет одним из ключевых мероприятий Года памяти и славы. Планируется, что с 18 марта по 22 июня по всей России высадят 27 миллионов саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.